Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы сегодня продолжаем играть в Гарри Поттера и принца полукровку. В прошлой серии мы научились варить всякие зельеваренья и еще научились драться, и даже бегать, и ходить, и стрелять. Так, ну давайте продолжать тогда. Соберите значков 18 из 150. Что ж нас ждет? Знаете, вот что вообще в этой игре есть, в принципе, такие даже полезные вещи. Замок почти не изменили, но это и неплохо, потому что он уже привычный, так достаточно. Так, QE, по-моему, Wingardium Leviosa. Как думаешь, так, что Дин нашел в ней, в Джинни? Не знаю, у нее красивая кожа. Кожа, это сейчас так называется. У Гермионы лучше. Однозначно. Мне надо... Отлить. Да, мне тоже. Да, как Гарри, мне тоже. Принесешь мне конфеты сладкого короля? Охренеть. Я сама не пойду. У меня две домашних работы. А у меня что, нет, что ли? А что ты там уменьшаться собралась? Думаешь, у Гарри большой сильно? С каких пор ты увлекся зельями? Со вчерашних. Клуб зельеварения проводит занятия в оранжереях травологии. Я тюфтологии. Схожу туда и сварю тебе зелье. Отлично, спасибо. Встретимся здесь. Чё ты подсос какой-то, блин, пускай сама варит. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Торжественно он клянется. Шалость удалась. Дец, вот это вот вообще не в тему. Так, ну-ка. Ну-ка, я там увижу холи щет. Давай, Гарри, по лестницам бегать не умеем. Так, ну-ка. Ох ты, как ее убрать отсюда, а? Вали-ка нахрен. Очередной щит. Ну что, у нас что-то улучшилось? Где безголовый Ник? Привет, Ник. Я ищу клуб зельеварения. Если не ошибаюсь, они собираются в теплицах класса травологии. Ура! Побежали, почти безголовый Ник. Ники, Николай! Николай, Николай, тебя не буду говорить, что... Так, где-то есть, может быть, щит. Ну там я вижу, он уже сидит. Так, собираем. Щитоводим. А вон висит еще один. Ух ты, как много. Новые бомбы! Новые бомбы. Навозные, я знаю. Так, ну-ка. Что, я не умею? Ну как так-то? Сука! Ладно, пойду тот заберу. А вон еще вот эту вот херню что-нибудь сделать. Так, какие-нибудь заклинания знаю? Чары. Репару. Ну только репару, блин. Но это не поможет, я так понимаю, мне нужно... Инцендио! Инцендио! Это нахер надо. Используйте Wingardium Leviosa, чтобы достать навозную бомбу из коробки. И что они теперь? Фу! Колхозный Ник, хочешь навозную бомбу? Вот нахера она мне нужна? Может, чтобы вот эти вот разбить? Чё-то не помогает. Фу! Да ну нахер! Пойдем, навозный Ник. Да я его уже нашел. Главное не запиндюрить куда не надо. А, поднимите что-нибудь и бросьте в значок-то. То есть, а что я тут могу поднять? Что я могу поднять? Я могу только значок поднять. Ну-ка, Wingardium Leviosa.
Ну что ж я тут... А, все понял. Давай-ка. Сука, как я в него попаду? Если я его брошу, то это будет жестко. Так. Ну явно там навозную бомбу надо тогда в эту попасть. Ого. Да ну нахер. Этим заниматься говном. Ой, бля, идите вы нахер. Короче, пошел. Здесь я репару, наверное, могу сделать какую-нибудь. А где репару? А вон там что-то теплица. Я вот такие буду собирать, короче, щиты. Идут они все в пень. Смотри-ка, снова эти смешные значки. Какие смешные значки? Чего не вижу. Никаких репар. Ладно, все, идем. Безмозглый ник. А вот и туфтология. Туфтология. Да. Там что ли? Где? Где? А вон починить надо. Репару. Смотри-ка, снова эти смешные значки. Вот нахера мне вот эта вот навозная бомба. Что я смогу с ними сделать? Не знаю. Давай же чинить, дебилоида. Вот. Ну и собирай. Да, не обязательно бросать. Так, ну и чем я могу сюда кинуть? Так, ну... Гори. Хы. Смотри-ка, снова эти смешные значки. Пойду-ка я его заберу. Где он там лежит? Гори. На себя достаточно принести. А если в себя в навозную бомбу кинуть, то это было бы весело. Так, ну... Да ну нахер, еще целиться надо. Пень, пойдем. Спасибо. Привет, это клуб зельеварения? Да, хочешь присоединиться? Угу. Я слышала, в этом году ты делаешь успехи в зельеварении. Да-да-да. Спасибо, но мне просто... Ой, нет, это опять сейчас варить надо, это варенье. Меня попросили. Чтобы пользоваться нашим оборудованием, надо быть членом клуба зельеварения. И так член всего чего угодно. Вступительное задание на доске объявлений. Отлично, спасибо. Подойдите к доске объявлений, вступите в клуб. И как мне это сделать? Пробелом. Болтливое зелье. Ну давай. Если сумеешь побить рекордное время для изготовления болтливого зелья, мы примем тебя в наш... Хорошо. Болтливое зелье – одно из моих любимых. Кое-кто использует его для дурацких шуток. Подлить кому-нибудь втихаря... Так наркотики какие-то подсовывают. Да, только хороший продукт переводит. Хорошо. Так, давай. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Красненькое. Отлично, до зелененького бурболим. Бурболим-бурболим, я говорю. Отлично. Так, желтую херню наливаем. Да не проливай ты, гарину. Отлично, бурболим. Так, вот ту зеленую шнягу. Да как?
Бурболем опять. То много налил. Опять зеленушняк. Так, что ж, а вот это вот. Отлично. Хотел побурболить, а вы мне не даете. Что он там сказал? Семя черепицы? Все. До красна раскаляем. И до зелена. Все получилось. А что хорошо? Отлично должно быть. Самая длинная цепочка. 4 балла. Суки. Не, я еще раз не буду повторять. Все, хватит. Землевладелец. Не, я знаю, что здесь не делец. Молодец. Еще никто не варил. Так, а что 4 балла ты мне поставила, тварь? Ты принят. Спасибо. Можно сварить уменьшающее зелье прямо сейчас. Опять варить. Поднимите пузырек. Встряхивайте пузырек, пока не начнет пузыриться. Ёпрасты. Молодец! Если вы слишком долго будете встряхивать, он начнет пениться. Ёпрасты. Дождитесь появления пузырей, прежде чем добавлять ингредиент. Хорошо. Чтобы продолжить, тут, блин. Лейте пузырящееся зелье в котел, пока оно не станет такого цвета. Хорошо. Отлично! Чтобы повторить попытку, давай продолжить. Нихера я не хочу повторять. Я, короче, сварил зелье. Нет? Как поднять выбранный сосуд? Селезенка крысы. А. Бульк. Отлично. Чтобы повторить попытку, не-не-не. Разберемся уже. Блин, здесь вообще все усложняется и усложняется. Ёшкин кот. Так, червячков. 5 штук. Чё, я не могу попасть? Кулебяка. Да твою мать. Да я вообще не вижу. Дело в том, что никакого ориентира. В следующий раз получится. Но будет еще. Хереть. Крэбу оно бы пригодилось. Короче, вот так вот надо как-то. Не на что ориентироваться, ну. Так, давай. Сушеный инжир. Пускай бурболит. Так. Бурболим. Так, нормально. Еще. Так, где я типа вот эту херню я возьму? Еще 2. О, а этой тень есть, видите, все-таки. Так, вот из этой, наверное. Тихо, отдай мне. Да зелененькой. Так. Этих вот, по-моему, ланцетников. Четыре. Пять. Так, теперь встрясти вот эту. Хе-на-на. Так, все, пошла бурболить. Готово. Червячков накидать одного. Накидать, главное. Чего и подогреваем до зелена. О, мне скажите, что еще быстрее мог сделать это. На 5 баллов, конечно. Только что мне этот счет дает? Походу ничего не дает.
так чисто для самоудовлетворения. Мы проводим соревнования. Возвращайся и поучаствуй в них. Нет, я не желаю. Я непременно попробую, но сейчас мне надо встретиться с Джинни Уизли. Я ей вот это вот зелье подсыплю. Так, Джинни, где безголовый Ник? Мне нужно отдать это зелье Джинни Уизли. Я слышал, мисс Уизли говорила, что пойдет на стадион. Я не хочу на стадион опять. Не надо. Не надо. Сейчас я выброшу нахер это зелье, будете знать. Оу! Скрэп, я опаздываю на встречу. Дай краба, как знал, говорится. Ты охренел. Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы сегодня продолжаем играть в Гарри Поттера и принца полукровку в прошлой серии. Мы научились варить всякие зельеваренья, и еще научились драться, и даже бегать, и ходить, и стрелять. Так, ну, давайте продолжать тогда. Соберите значков 18 из 150. Что ж нас ждет? Знаете, вот что вообще в этой игре есть, в принципе, такие даже полезные вещи. Замок почти не изменили, но это и неплохо, потому что он уже привычный, так достаточно. Так, QE, по-моему, Wingardium Leviosa. Как думаешь, так, что Дин нашел в ней? В Джинни? Не знаю, у нее красивая кожа. Ну, кожа, это сейчас так называется. У Гермионы лучше. Однозначно. Мне надо... Отлить. Да, мне тоже. Да, как Гарри, мне тоже. Принесешь мне конфеты сладкого короля? Охренеть. Я сама не пойду. У меня две домашних работы... А у меня что, нет, что ли? А что ты там уменьшаться собралась? Думаешь, у Гарри большой сильно? С каких пор ты увлекся зельями? Со вчерашних. Клуб зельеварения проводит занятия в оранжереях травологии. Я тюхтологии. Схожу сварю тебе зелье. Отлично, спасибо. Встретимся здесь. Чё ты подсос какой-то, блин, пускай сама варит. Спасибо, Гарри. Если захочешь провести еще один урок, запишись на доске объявлений. Не хочу, я не желаю. Это, типа повторить, наверное. Так, где этот долбанный? Привет, Ник! Джинни все еще ждет меня на стадионе? Думаю, да. А тебе надо бы поторопиться к ней. А мне поторопиться, да. Да, безголовый Ник. Почти безголовый. Так, ну да, я туда не буду попадать. Потому что это очень сложно. Привет, Джинни. Я сварил уменьшающее зелье. Спасибо, Гарри. Ты очень добр. Ты не поверишь, сколько... Нет, я был зол. ...преодолеть по дороге сюда. Ну что, идем в Хогсмид? Прости, Гарри, но я уже договорилась с Дином. Охренеть. Когда я сказала, что не смогу пойти, он так расстроился. Так что я пойду с ним. Ну и вали, грязная полукровка. Идите вместе, а я пойду в Хогсмид с Гермионой. Увидимся, Гарри. Да. С Гермионой пойду, а не с тобой. Ты дал Джинни какое-то зелье? Ты что, опять сварил зелье по этому дурацкому учебнику? Ты ведь даже не знаешь, кто такой принц-полукровка. Это ты. Пойдем в Хогсмид. Принцесса-полукровка. Палочку спрячь, Гарри. Просто... Ема не наступила мгновенно. Кто-то наколдовал. Нумия. Это кто, Кэти Белл? Это не твое тело! Это не твое тело! Нет, это мое. Не трогай Катьку. Тварь. Кэти! Ожерелье. На нем проклятие. Ожерелое ожерелье. Через «ы» ожерелье. Малфой знал про ожерелье. Оно лежало в витрине у Горбина и Берка. Но Кэти дали ожерелье в женском... Чего вы оделись, как клоуны опять? Как Драко мог туда... Неужели мне опять летать придется? Удачи тебе, Рон. Ты будешь лучшим. О, да, детка. Как и в прошлую ночь тоже был лучшим. Ага. А ты чё вырядилась? Какой-то ужас какой. Ужас, Рон. Ты подлил ему лекарство в стакан?
Не понимаю, о чем это ты? Рон набухался. А ты полоумная, что-то точно... Тебя могут исключить за это. Привет, Ник! Команда уже собралась! Команда уже собралась! Как говорится, как в фильмах, там про Кощея Бессмертного, там было. Команда уже собралась! Так. Ты тут могу... Не. Где-то я мог взять... Щит вертящийся. Ну ладно, хрен с ним. Как там это говорила бабка-ёшка такая? Команда уже собралась! Через портрет. Прекрасный Кадоган. О, сэр Кадоган, мой кумир. Да, часто к тебе в гости заходит, в тебя входит. Товарищ портрет. Так. Так, что-то я здесь не вижу никаких. А, вон он. Ага, еще по нему покачающимся попади, да. Да это же потный Поттер. Да. И Уизли Гризли. Да. Сегодня как ты догадался? Сегодня вы проиграете. Слизерин лучший. Слизерин сейчас слизнет кое-что. Намыль. Ух ты, охерел. А теперь ты, Поттер. Посмотрим, как ты будешь играть, когда остолбенешь. Остолбеней. Оу. Нахер засунь свою протегу. Я. Экспеллиармус. Что ты по мне попал, что? Ах ты сволочь. Ах ты наркоман. Протега. Протега. Иди ты в жопу. Я тебе так звоню. А как ты кучей зеленых постреляешь? Я вот не понимаю. Сволочь ты такая. Получи в задницу. Извини, Гарри. Чё извини? Так, надо эту починить. Шнягу. Она не чинится. Офигеть. Так, где безголовый долбанный Ник? Привет, Ник. А, Гарри, удачи на матче. Спасибо. Нам сезон квиддича с победой. Спасибо. Ой, что это я заболтался? Спасибо. Давай бегом на стадион. Пять квиддич, я не хочу. 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 Пим-пим. Я не хочу. Пим-пим. Так. Ладно, побежали по Брика. Тио-тио-тио-тио-тио-тио. Шо вы здесь все ходите? Нихера себе, вы видели, она мне подножку поставила. А Рон такой смотрит, ну ты лох. Ну да. Не туда? Безголовый. Гол. Так. Нихера мне навозная бомба. Рон. Рон, хочешь навозную бомбу? А вон в этого. В пиджачка сейчас я жахну. Блин, тебя об них нельзя разбить навозную бомбу. Ладно, пойдем. Так, может быть... Ой, блин, буду я этим сранью этой заниматься. Да ты меня ведешь, пятачок. Люмос. Какой правильный момент. Не умею правильные моменты применять. Хера себе, у меня заволок. Только посмотрите. Безголовый Ник, ты это... Что-то ты тут слишком. Перестарался уже. Хотя он меня, может быть, в прошлый раз так и вел. Но, что характерно, управление в этой игре гораздо лучше, чем в прошлой, хотя... Все подглядывают, все подслушивают. Это шуховертка наша.
Эти игроки в квиддич такие шумные, такие грубые. Да-да. Извини, я попрошу команду не шуметь, когда они будут проходить мимо тебя. Ты из команды? Да еще капитан. Можешь пройти у меня. Так короче. Все капитаны так делают. Мой пароль — жуки в смятку. А уховертки? Спасибо. Жуки в смятку. Так, тайный ход главный. Ага. Побежали, побежали. Чё? Щита здесь нигде нет, его только можно заливиофить. Левиоса. И куда? И туда? Здравствуй, здравствуй. Мы побьем Слизерин. Что на него нашло? Ему просто он долбался наркотиками. А, он везучего зелья этого, что ли? Они помогут нам хернул. Хватайте мёд. Ах, он читер. А ты меня кинул, а ты с Дином трючилась, пока я там с Гермионой развлекался. Конченая мразь. Рыжим не стоило доверять. Девчонкам я имею в виду. Обманут. Как быстрее-то? Я разгоняться не умею. Пыл. Так быстро, класс. Шлеп, 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 шлеп. А, так быстро, класс. Она такая, ай. Так быстро. Быстрее, быстрее. Пыл. Так, они зеленеют, типа, как бы удовольствие получают максимальное. Да, твою мать. Как сделать получше? Ух. Я вроде попал в прошлый раз, а вроде не попал. Супер! Супер! Ой, гори. Боже, ты гори. Ты себя еще не видел их в последний момент. Ой, куда, куда? Ага. Давай, лови, лови. Что значит неплохо? Отлично все. Почему мы вечно вылетаем за пределы этой... Твали. Эти тут пидорок. Стой, снич. Хренич. Вали, ублюдок. Я ж, короче, сейчас вообще домой полечу. Осторожно! Осторожно. Да уже снич уже близко. Где попадать? Я не знаю, надо ли сбивать педросов. Что мне это вообще дают? Мне еще вообще не дают. Тут выйдет. Идти вон. Правильно. Нич, стой. Падла такая. Снич. Иди вон. Я лечу за тобой, снич. Я не буду на них увлекаться. Я победил! Как, матч еще не начался? Это была только разминка? Что это такое? О, гляньте, уже настоящие там эти зрители, а не кучка пикселей сидит. Что-то они, правда, как-то корчевато двигаются. Что вы поклонились там другим? Да. Гриффиндор. Слизерин. Твою мать, с вами Гриффиндор. Это было сложно. А чё так тяжело? У тебя получилось. Да, получилось. Невероятная эрекция. Не усмечь.
Берегей. Вратарь показал симпак. Чё они летят в мои ворота, а? Блин, нахер. Зелёный блюдок. Мразь. Красные впереди. Красная армия всех сил. Чё там, гол забивают? А, Гарри, похер. Главное, шнягич свалить. Прикольно, можно не мучиться там, знаете, ворота, это гол забивать. Главное, снич свалить и всё. Пиши, игра. Пиши, иди. Пропустил. Так можно. Тоже вперед. Конечно же, Гарри. Гарри Чернокровка. Я не знаю, почему я это делаю. Но определенно зачем-то. Ложи, Гарри, лови. Так, лови. Там нам уже 10 банок накатали. Нужно успеть словить. Иначе будет суровая артподготовка. Вероятная эрекция у кого? Не, ну, у меня. Как это не выходит вперед, я не понял. Нифига не видно. Куда лететь? Блин. Все, я должен его словить. Я просто обязан. Крутое пике. Жетонов наполучал. Ты не должен был этого делать. Феликс Фелицис запрещен на официальных соревнованиях. Да, я не делал этого. А кто применил к Маклагину заклятие Конфундус на отборочных испытаниях? Не волнуйся, я никому ничего не скажу. Кстати, Рон просто думал, что я подлил ему зелье удачи. Он все сделал сам. Вот так вот. Не волнуйся, я никому не скажу. Рон думал, что я подмешал ему Феликса, но он сам может разобраться с проблемами. Вот так вот. Ой, гляньте, там они обнимаются с этой девочкой. И Гермиона такая... Похоже, он уже не собирается на рождественскую вечеринку к Слизнерту. Кстати, выбирай скорее, кого пригласить. Да. И как ощущения? Ну, когда ты видишь Джинни с Дином. Да нормально. Я все знаю, Гарри. Я вижу, как ты на нее смотришь. Да нет, что ты выдумываешь? Гермиона, я уверен, что Рон... Не беспокойся насчет Рона. Он все сделает сам. Да мне вообще... Блин. По барабану, честно говоря, что там... Выбирай там, этот рыжий с Дином там развлекается, она сейчас с ним... А потом еще и захочет Гарри переметнуться. Но нет. Ну, было бы в моей власти, я бы и сказал, иди отсюда, нахрен, к своему Дину. Я пойду вон с этой вот, с прошлой серии, с мордючкой. Гермиона психует. Ну а что я могу сделать? У нас с Лавандой, ну скажем, химическая реакция. Ее не остановишь. Ты идешь на вечеринку? Вы реагируете каждый вечер, я тут смотрю. Мне надо идти, мы с Полумной встречаемся у лодочного сарая. О, точно, с Полумной можно порезвиться. Ты мог подцепить любую девчонку в замке и выбрал Полумную. А она ничего такая, блин. Да. Бон-бон, ку-ку. Бон-бон, ё-моё. Отвлекайтесь, уроды. Найдите Полумну, пойду искать. Тем более темнота, друг молодежи. Что он там сказал, Гарри, ты идиот? Как она уговаривала водяной народ поискать для нее жаброхлюпов, или нет, и клювожабр. Клювожоров, проклятых. Слышь ты, клювожор. Так, ну-ка. Вингардиум Левиоса. Хо-хо-хо. Так, я вижу, здесь еще лежит какая-то шняшка. Но я не могу. Пим-пим, пускай эта хрень высыпается. Сливы. Депульсо. Так, ну вот это вот я ж не могу пока сделать. Не могу пока ничего. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Депульсо. Хо-хо-хо.
коллюажеров, понимаешь ли, она там разводит. Гермионка бедная, Рон ее там химической реакции не признает гермионовской. Хочет с этой... С лавандой, горной лавандой. Как пела наша Софочка, Ротарчичка. Так, лодочная станция. Ты меня хорошо завел. Хорошо, хоть и не надо на эти отвлекаться, на шажочки. Это уже вообще надоело. Вон она, полумночка моя стоит. Миленькая, родненькая. Чу-чу-чу-чунечка. Мы пришли. Я вижу. Так, ну походу она научит вот этим вот пользоваться хренью. Привет, Полумна. Ух ты, как разоделась. Милое платье. Ох, можно было бы там того и этого. Обязательно одевай. Очень подходят, хорошо. Нет, нет, ты выглядишь прекрасно. Хорошо, что ты пришел. Профессор Слизнорт попросил меня запустить фейерверк для его вечеринки. А я не знаю... Ща научим. Не волнуйся, только пойдем порезвимся. Инсендио! Инсендио! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Как мило! Давай зажжем остальное? Давай! Блондиночка. Блондиночка, блондиночка. Раньше залазить наверх можно было, теперь нельзя. Ладно, пойдем, милашенька. С 41-м размером ног. Смотри, инсендио! Ура! Только по какому поводу праздник? Инсендио! Да, все, все хорошие когда-нибудь кончают, это точно. Например, на вечеринку сегодня вечером. Сегодня вечером уже вечеринка? Давай его зажжем. Где он? Я не вижу. Милашенька моя. Че тут кого зажигать? Я что-то пропустил? Ну вон. Гаречка, я пропустил. Вон я вот вижу вот этот. Вот. Ты за мной идешь? Да-да-да. Не его послал. Ура! Красота же, да? Клянусь, что замышляю только шалость. С полуной только шалость он замышляет. Они там так порезвятся, что ого-го. Шалость удалась. Удалась у него же шалость. Пойдем на вечеринку к Слизну. Во, правильно, я считаю. Я считаю, с такой девахой можно хоть к Слизнорту сходить. Приоделась норм. Только я себе еще вот этих вот брызгалок понасобираю, подожди. Так, я вот эти вот я соберу. Готов пойти на вечеринку? Готов, готов. Подожди, не спеши. А то закончится весь запал. Все настроение мне испортишь. А тогда будет не дело. Мои щиты не забирай. Полуночка. Давай-ка вместе откроем двери эти. Так, где-то я тут что-то видел. А, это был щит засыпать. Да ты у меня уже это спрашивал вообще-то. Так, кто-то туда кидать надо. Я этим заниматься не собираюсь. Говорит, что-нибудь, чтобы сбить. Ага. Но я не умею так делать. А, что это зеленое? Я уже думал, опять на зельеварение. На зельеваренье нужно идти. Я был к этому не готов. Давай, Полумна, давай. Вс,
все брызгается. Не в тему. О, я нашел еще один щит. Ты же круто. Круто же. Так, что-нибудь бросить. Ну, что я здесь могу бросить? Ничего не могу. Поэтому и не буду. Я раньше здесь не была, только во сне. Да. Я хожу во сне. Вот почему я всегда ложусь спать в туфлях. Так мы когда будем с тобой, это ты будешь в туфлях? Молодец. У меня так еще, как говорится, не было. Ну, это говорит Гарри. Вы ж понимаете. Так, а я бы еще такой шиновер бы сходил. О, гляньте, щит. Ты готов пойти на вечеринку? Ты готов пойти на вечеринку? Да-да-да. Так вот, щитом прикроюсь. Левиоса. Да пошел ты в жопу. Своим Левиоса. Так, нас тут сохраняют и сохраняют, сколько могут. Сколько уже можно идти на эту вечеринку? Я уже заманался, я уже устал туда идти. Ты готов пойти на вечеринку? А шо, в кабинет идти Слизнарта, да? Гарри, мальчик мой, рад, что вы пришли. С вами многие хотят познакомиться. Это кто, например? Твои дружки-бухари? Профессор Слизнорт, но здесь никого нет. Разумеется, нет. Вы хорошо поработали, но у нас еще ничего не готово. Мне нужна ваша помощь. Я уверен, что вы и мисс... Полумна. Лавгуд, скоро все будет готово. Я собирался сварить для гостей праздничный пунш, но у меня не было времени. Может быть, вы мне поможете? Ой, опять этим заниматься, этим вареньем. Помешать пунш для вечеринки. Молодец, Гарри! Еще нужно новое дело. Отлично, я молодец. Ну, сейчас опять будем что-то вытворять. Да я уже понял, что это делать. Опять дрючить мышку надо. Чтобы сделать еще нет. Все, кушайте пунш. Не собираюсь больше варить ничего. Твою мать! Обломался, как говорится. Так. Где же он? Похоже на то. Так. Теперь перчика. Да красненького. Так, теперь перемешать надо до зелененькой. Давай же мешай. Мешай, Гарри, сволочь ты такая. Готово. Так, вот этого. Давай же. Я ж не успеваю, ну. Так, вот это вот говна. Ой! Я не хотел. Ай, все, не успел, короче. У вас мало времени. Ладно, повторяем попытку быстренько. Что там нам надо? Вот так вот. Перчика. Так, мешаем. Это в эту сторону. Вы неплохо справляетесь. Не. Потом вот эти вот сболтать хрень надо будет. Разгоните-ка дым, мой мальчик. Ой. Да что такое? Я что, не того сыплю, что ли? Ну.
Так, мешаем. Это в эту сторону надо мешать, то есть не меняется. Ну охереть, сколько еще мешать можно. Что так долго-то? Так, теперь вот эти вот лимончики. Не попал. Тыквенный сок. Да-да-да. Опять мешаем. Блин, в эту сторону тяжелее мешать, чем в ту. Ягодоньки. Так, теперь с мордой волка. Умозрительно. Так, теперь пипеточку эту. Гарри, мы же скоро совсем задохнемся. Да что такое? А, я не то. Много дыма, Гарри. Не получилось, да? Бах! Бляха-муха. Ладно, сейчас еще лучше сделаем. Не волнуйтесь, ребятушки, козлятушки. Так, перчик. Сыпем. Теперь мешаем. Мышка убегает. Готово. Я вообще тороплюсь, твою мать. Так, теперь сболтать этой хрени. Так, бурбулить начала, насыпаем. Ой. Теперь надо... Хорошо, что не успела насыпаться как следует. Когда-то уже до красны. Разгоните-ка дым, мой так, мальчик. Все нормально, не волнуйся. Ты куда ты бросил? Дурачок. Так. Угу. Не попадаем. Потом опять вертеть надо будет. Все. Фигарим. Давай быстрее. Давай цвет меняй. Ну. Да, я знаю. Как я мог промахнуться? Так, собачку теперь. Да все ж нормально было. Так, теперь вот этой хрени немножко. Хорошо, теперь эту встряхнуть. Потом... Тихо. Слишком много дыма, Гарри! Есть. Почти 93. Еще дым разогнать надо. Ёшкин ты кот. Блестяще. Нектар. Напиток богов. Вкус счастья и солнечного. Ну да, конечно. Тебе любое пол пойло налей, ты про это и будешь так говорить. Мальчик, наши гости уже здесь. И кто это? Стойте, о, Поттер. Этот урод здесь тоже. Профессор Дамблдор передает вам наилучшие пожелания. Что-то ты темнишь. И вернется только к началу семестра. В странствие? Куда? Убери от меня свои руки, гнусный сквиб. Так, мистер Филч, что за шум? Ну ладно, я хотел пройти без приглашения, вы довольны? Вали отсюда нахрен. Тебя не приглашали.
Так. Проследуйте за Снегом и Драко. А что это мы должны за ними идти? Отправляйтесь на свой урок, Поттер. 10 очков с Гриффиндора за прогул. Охренеть. Во оно как. Еще близко приближаться нельзя. Кто же мог догадаться? Что вы там делали? А что вы там делали? Я не обязан отчитываться, так мне. Обязан, по-моему. Они что, меня не видят? Я вот с этой палкой иду, тут свечу, как это, как рождественская елка. Не запугивайте меня. Я стараюсь помочь вам. Вы видите, он ему помогает. Тварь такая, я ему не доверяю. Вы просто хотите украсть мою славу. Какая слава у него. А, слава эта девочка, наверное. Проклял Кэти Белл, а может и нет. Какое вам дело? Я обещал защищать вас. Я дал непреложный обет. Я не нуждаюсь в вашей помощи. На обет. Это мое задание, и я его сделаю. Малфой, ты что-то охренел. Чтоб мне. А может быть, Снег притворялся? Нет. Хм. Он сказал, что дал непреложный обет. Непреложный обет? Да. А что будет, ну, с тем, кто его нарушит? Он умрет. И что же делать? А чё, Гарри опять вернулся на своё болото? А я всё никак не могу заснуть. Решила помочь... Иди к своим Дэнам там, или как его зовут. Счастливого Рождества, Гарри. Спасибо. Что это происходит? Белатриса. Это ж бисектриса. Гарри. Иди сюда, Гарри, Гарри. Бисектриса. Привет. Привет. Да. Черненькая. Что, пришла с этим, с Гарри порезвить? Откуда достало меня. Ты совсем один? Да, я совсем один, только тут рыжая где-то была. Бежать! Откуда тварь? Тут они меня тут зелененькими сами. Вот так вот, видишь, как я могу. Столбенее. Столбенее, я сказал. А, еще, блин, забыл еще в передельник запедилить. Я в накровке предатель темного лорда. Как ты не понимаешь? Она ведет тебя в ловушку. А ты меня куда ведешь? Она убила Сириуса. Тварь такая. Что это за черный чувак? Черный-черный чувак украл рыжую-рыжую девочку. Виджини! Такой идет за этой, за бисектрисой. Беги дальше! Я тебя найду! Поиграем? А, давай, я не против. Черненькая. Шо, опять? О, меня попало. Жать. Жать, мразь. Позвольте бисектрисе избавить вас от страданий. Бисектриса — это такая крыса, которая... Ух ты, блин. Сам себя заводил что-то. Лазит по углам. Делит угол пополам. Вдоволь же. Ой, пора умирать, бисектриска. Ну-ка, о, попал. Сюда, когда нужно. Да чё она поднимается уже? Уже во второй раз. Неужели её три раза надо дрюкнуть? Джинни! Джинни!
No! Нет, Гарри, это ловушка. Отойди от нее! А что это за черное? Это Шрет, это, блин, как его? Он там похож был. Остолбеней! На этого был. Ну вообще лошара. Куда отпрыгиваешь? Ой, ну вы поняли, вервульф. Вольверин. Вервульф. Слишком занят. Остолбенеем этим. Меня вообще ни разу не шпохнул. Лошара. Блин, попал. Вот так вот. Жетон рефлекс. Я такой. Хотя я ни разу не увернулся. С тобой все в порядке. Он да, тебя не шпокнул. Спасибо, Гарри. Вервульф-то. Вольверин. Что такое? Все горит. Где пожарный? Где пожарная служба? МЧС, ты санчасть. Ты чудом уцелел, Гарри. Спасибо тебе за Джинни. Если бы не ты, у меня была бы сестра-оборотень. Конечно. Да не за что. Это все это биссектриса устроила. Горбина и Беркса обыскали. И что? Исчезательного шкафа. Исчезательный шкаф? Зачем ему этот шкаф? Чтобы исчезать, логично. Он все еще в магазине. Он яблочки в нем прятал. Ничего не ясно. Apple. Он что-то задумал. Не знаю, что именно, но явно какую-то гадость. Точно. О, и ты пришла. Привет, Гарри, Рон. Гарри, профессор Слизнорд снова устраивает вечеринку для избранных. Что? Я от прошлого отправиться еще не успел, а ты уже еще раз вечеринку. Королем и королевой Слизней. Пока, Гарри. Давай. Вали нахрен. Ты не видела? Драка ничем подозрительным. Ну ты что, а когда он не подозрительным занимался чем-то? Ты все еще гоняешься за Малфоя? Да, я гоняю на Малфоя. Отец Рона видел, как Малфой разглядывал исчезательный шкаф в Горбине и Берке. Он не мог протащить сюда исчезательный шкаф. Мракоборцы проверяют. Так он его всех, и не протаскивал. В замок. И почту тоже. Тогда скажи мне, куда он исчезает с карты мародеров. Смотри, торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Драка, Малфой. Шалость удалась. Он там, на 7-м этаже, в коридоре. Значит, он не исчез с карты? Нет. Но иногда он с нее исчезает. Вообще. Я хочу выяснить, что он задумал. Поднимусь на 7-й этаж. Да неужели? Вот это новость. Чё, и ты меня пропустишь еще? Расставает. Можешь срезать дорогу через мой портрет. Пароль? О, Гарри, галдят газеты. О, Гарри, думаешь, галдят газеты. Что-то узнать? Да, я и докажу, что он замышляет какую-то гадость. Так, выясни, чем занимается драка в коридоре. Он там, наверное, дракает. Но мы, собственно, на этом закончим эту серию. Ребят, спасибо, что смотрели. Так, а где вот этот вот ублюдок, через который я должен пройти? Вот. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого лучшего. Пока-пока.